колоннами. Ухоженный участок с аккуратно постриженными газонами и очень монументально все построено. Но самое интересное, конечно, маленькие чернокожие мальчики, лампы, люстра, резные панели. Мраку посмотрите, как все это шикарно выглядит. Или, может быть, во дворце арабского принца. А вот я по два этажа. Мраморные колонны и золотое. Все. Могу увидеть золото. Хотите вскрикнуть вы? Но я буду